Губернатор Тверской области Гарудыня в Туле принял участие в выездном совещании секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. Мероприятие прошло в музейно-выставочном зале Тульского Кремля. Участниками деловой встречи, посвященной актуальным вопросам национальной безопасности, стали полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев, глава регионов Центрального федерального округа и представители Министерства промышленности России. Подробности в репортаже Марии Шалавановой. 4 теракта за первые 8 месяцев текущего года были предотвращены на территории Центрального федерального округа. Об этом на выездном совещании в Туле сообщил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев. Чтобы сокращать количество угроз для россиян, на совещании была поднята важная тема – обеспечение антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан. В Тверской области уделяется большое внимание безопасности, однако, по словам губернатора Игоря Рудени, совершенствоваться всегда полезно. Для нас это возможность услышать самые передовые решения, послушать, как наши коллеги решают поставленные задачи, ну и, конечно, услышать рекомендации Национального антитеррористического комитета, потому что там работают специалисты, которые анализируют мировой опыт, опыт других государств, ну и, соответственно, мы по итогам всегда имеем возможность реализовать поставленные задачи и самый передовой опыт по данному направлению. Обеспечение террористической защищенности требует постоянной кропотливой работы спецслужб, правоохранительных органов и региональных антитеррористических комиссий. И такая работа ведется. Защищенность объектов должна в полной мере соответствовать характеру угроз, складывающейся оперативной обстановке и обеспечиваться эффективным использованием ресурсов, сил и средств. Эту мысль коллегам донес секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Он также отметил, что большую работу в этом вопросе необходимо решать внутри субъектов. Вопросам безопасности в регионе уделяется повышенное внимание. Это учреждения образования, школьного, дошкольного образования, это социальные учреждения, больницы, социальные центры. Также в регионе проводится системная работа по усилению мер безопасности в муниципалитетах. Работает антитеррористическая комиссия Тверской области. Расширен перечень принятых нормативно-правовых актов. Утвержден перечень мест массового пребывания людей. Проводятся комиссионные обследования объектов, их категорирование и выдача паспортов безопасности. К проведению массовых мероприятий в обязательном порядке привлекаются представители правоохранительных органов, медики, сотрудники учреждений связи и транспорта. Сегодня правительство Тверской области завершает процесс оснащения школ видеокамерами, тревожными кнопками. Практически все нормативные мероприятия выполнены. Кроме того, мы еще считаем, что в дополнение к данной работе относится и работа по противопожарной безопасности. Инициативами правительства Тверской области по согласованию с МЧС была реализована программа по оснащению за счет областного бюджета домов или квартир многодетных семей, социально нуждающихся семей датчиками противопожарной безопасности. Участники совещания обсудили вопросы, связанные с применением современных информационно-коммуникационных технологий, оснащением объектов системами оповещения и управления эвакуацией. Постоянная работа в этом направлении уже успела себя зарекомендовать. Совместная деятельность обеспечила в целом стабильную и контролируемую обстановку в ЦФО, где эффективно действуют системы мер по вскрытию и нейтрализации угроз. Это позволило обеспечить безопасность чемпионата мира по футболу, празднования Дня Победы, акции «Бессмертный полк» и других событий.